Игорь, а есть? В плохом состоянии, сейчас получше. Если хочешь уйти, иди, если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернешь. И тут пошла бы. Ну, это уже не важно. У нас своя. Самое главное тут, если хочешь уйти, иди. А если хочешь забыть, забудь. Только знай, это что в конце дня пути ничего не вернуть. Ничего уже не вернуть. На бис. Аплодисменты. Ладно, все, пора. Где Анна Владимировна? Скоро придет. Ты только жди. Или забудь. Блин, одно из двух. Владимирович, ставь на нападающего инсайда. Хочу я петь. А там кто все тренировал? Пение. А ты его не хочешь, да? Я одинокий. Это же знаешь во времени. Казанова. Мне кажется, она тоже идеально подходит. Главное, ножка. Вот эта сеть на нем, помнишь? Я ножкой. Беги, дорогая, меня идет. Беги, ради папы. Она вот это. Да нет, ножку. Ты обещала. Кровавый борщ. Очень вкусно. С капустой. Ну что-то мне немного грустно. Немного? Немного грустно. Ты что мне гасишь? Песнеры. А, ты же Гасанова, точно. Гаси своих. Чтоб чужие боялись. Не исполняй. Сейчас. Размялась? Еще пора доделать. А у нас мама без мяча играет, и дочь будет взять. Они легкоатлетикой занимаются. Здрасте. Как дела? Ничего. Работаете? Тренируетесь? Вы нам это поле даете сегодня тренироваться? Ну, конечно, такое вам еще. Нет. 5 месяцев было, мы ездили на Лигу чемпионов. Туда нельзя было из-за коронавируса. Ты что, силачка? Коляска на балкон. Командир, дай хоть тебя сфотографируешь. Кого Мила болеет, за Спартак или ЦСКА? Ну точно не за Спартак. Эй, красота! Красота! Мила! Стой. Привет! Эй! Ты такая большая уже. Да. Мы не забываем, где гарантия на два. Мы не отдаем, бить начали. Дайте сама передачу. Форму там. Да. Привет, красота. Как дела? Как дела? Какие глазки красивые, голубые. Привет. Солнышко, светит глазки. Заголовки журналов. Ой, какая! Ой, футболистка! Ой, ну все, Ксюх. Нет. Футбол не сбежать! Он был в крови! Мила, туда нельзя! Мила! Там как? Мила в порядке, нет? Кто? Мила. Кто? Малышка? Через год она уже покажет и папе, и маме. Обыграет их. Вообще красотка. Ну, либо, конечно, модель. Либо не избежать, что футболистка. А как совместить, да? Можно, конечно. Ксюша же совместила. Дочь по стопам. Вначале футбольчик, а потом и журналы там. Обложки. Вот, поснимайте. Как он за фильме был? Они заснимите ее кеды, пожалуйста. А? Заснимите ее кеды. Пусть она уже рекламу подает. Палочки.
Идите, идите, мойтесь. Малыш, еще увидимся. Пока, еще увидимся. Да? Увидимся. Когда мы играем там против вас? Когда-то? Что ж, не знаю. У нас Ростов-Рубин следующий.